Вы добро занят. Кстати, кто, у кого-то рыба есть с собой? Или только я брал? Есть у меня. Хорошо. А кого нам не хватает для полноты картины? Только хила. Холипава. Да? А куда он ушел? Он не ушел, у него ошибка. С ловкой. Блессинг новый хэпал, спроси его. Блин. Так, заказываем шмот, господа. Нас гоплот. Все равно всем все надо. Не-не-не-не-не, потом, знаешь, молимся на шмот. Я об этом. Чтобы спионерить себе такого. Чтоб потом не отпинали. Чит хочется себе с ласта забрать. Да. Да ладно. Да так он, блядь. Может, Ршаму взять? Он Ршам ищет его в чате. Ташик. ФДС? Ну, из нашей гильдии? Нет. Вообще он без гильдии. Так, а почему его не пускают на Сирус нашего великого Холипала? Ошибка. Да понятно, что ошибка. Ошибка чего? Я скину фотки. Зайди просто через экзешн файл. А в Диси с нами? Нет. А чё он не в Диси? Ошибка Диса. Ошибка Вовки, ошибка Диса. Ошибка ошибки. А он на ошибка это ошибся? Он не может даже пасть себе поставить. Печально. Он на сайт заходит, у него ошибку выдает. Да не, он скачал оттуда все. Не знаю, что у него такое. Ну. А в Рунера, а пробни экзешником зайти? Что? Экзешником пробни зайди. Через экзешник заходил, оно заходит, но обновы нет, у меня не пускает вык. Серьезно? Так его только открыли. И так ты обнову-то скачай. Так, так ты не качается обнова, в том-то и прикол. Так ты ее с сайта скачай. Попробуй еще раз зайти вык. Ты как качаешь обнову, знаешь, как качать? Ну, база данных, список патчей или что? Да, да. Так он даже не в райт пати, как он вик должен заходить? Так, я кидал пати левому челику, создал рейд десятку и пытался зайти. Давайте еще раз попробуем. Закрыт, может был. Давай зайди, попробуй. Да, там несколько файлов обновили на сайте уже. Так что они залиты. Там, через поиск 07 вбиваешь и тебе покажут. Я пойду в урну пока, пару минут. Ну если эта хрень сейчас не поможет, я просто... А, вот, походу, нашел этот обнову. Я просто попытаюсь лаунчер переустановить, как они посоветуют. Ну тут и файлы есть несколько. Да нахера тебе лаунчер? Ты просто скачай эту парашу, скинь, скопируй с заменой. И просто через экзешник зайди. Зачем тебе лаунчер? И не махайся. А, ну я сейчас скачал. Сейчас закину. Вот закинь и через руны Ексе зайди и все. Че у нас? ДЦ, да? Топ, а Семка разве не наш лог? А, за. Ходил с нами раньше. Но не захотел. Ксе нахуенный лог, дамажит, заебись. Ксе дамажит, заебись. Кроме совы, блядь.
Сука, когда уже Т5 будет? Это представь, вот сколько лет надо шпилить, чтобы весь этот контент пройти, блядь, пока его открывать будут. Кстати, а кто у нас кузнец? У меня я? Есть. А что надо? Нет, просто как насчет, будем, с кем буду рецептами делиться в этом плане. Интересно. Не, ну знаешь, у нас тут два кузнеца, будем как-то делить рецепт пополам. Да, без проблем. Кстати, а, у нас Норик теперь танкует. Что это? Да нет, я спросил, просто смотрю, не сейчас, вон Холли, Норик во Фросте. А кто из вас на ДК жирнее? Давайте посмотрим. Норик, по идее-то. Ну, он и дамажит-то больше. ФДК. Ну да. Тем более у вас сова есть. Шанхолик не очень... Не, лучше Анхолика, да. То, что Фрост будет и баф давать. Все такое. Так, первый босс, он будет... Все, что нужно делать РДД, это сосредоточиться 20 метров от босса. Потому что он откидывать будет и прерывать заклинания, если вы ближе. Первый нет. Босс. Ну, тогда просто сбивать заклинания на сторону АУЕ. На танка будет кидать кровотечение, на трехстак менять. Первые три босса, они практически быстро будут идти, поэтому нужно будет... У нас будет время примерно на отпиться. А про кобальдов ты не забыл сказать? Которые вылазят? Это понятно, которые садятся на голову человеку, сбивают ему косты. Если они на хила сядут, все, вообще весь рейд должен свичнуться и убить его быстро. Ну да. Этому человеку, на ком кобальд, и нужно подходить ближе. А если это, допустим, будет топовый РТДшник Лок, он просто подойдет, будет ловить сало от топота босса. А что ты предлагаешь сделать? Они и так будут сбивать каст. РДДшником убить. А, хотя у нас тут меликов. Человек просто подходит в мелизону. Чуть поближе, да. Чтоб... Ну, тут просто... Обычно, да, просто в мелизону подходили и все там мелики закрывают. Тут у тебя сколько меликов? 100 штук? Я смотрю в рейде. Да, блядь, просто послушайте, пожалуйста. Ну а что слушать? Зачем его подводить, когда 6 РДД просто повернутся, нажмут левой кнопкой мыши по сноубольду и убьют его? Ладно, всё, тут хорошо. Один милик всего лишь в рейде. Зачем подводить? Это бессмысленно будет. Если кто-то может, да, сделайте стрим. А кто сейчас хочет смотреть? Вот и он будет стоять. То он сейчас отдыхает, он не может вообще играть. Так хоть посмотрит. Я могу подрубить стрим, могу на Твиче, могу так, как вам надо. В ДС. На миксере подруби, миксера, пожалуйста. Миксера нет. Чё с холипалом? Так, киньте, Патя. Кидайте в игре уже. Так. Киньте аккаунт холипала, я в два окна похитил. Вот, скину. Это из-за того, что ренегат... Ура, ура, товарищ. Из-за того, что, короче, ренегат, я не могу тебя даже через друзей добавлять. Товарищ, берите маговскую еду. А почему маговскую только? Между боссами нужен. Мини-боссами, хз как их назвать, надо будет пить. Там будет мало времени. Там, по-моему, вообще нету его. Это паузер, давай ты каски раздаешь, я все остальное. Рыба хорошо стоит, ешьте. Освободи полипауэр, пожалуйста. Я прикладываю на каски. Сваров тоже сними. Все. Блять, можно быстро в дал слетаю, фласок накуплю, забыл. Ты с хантами. О, да подожди, какие тебе фласки нужны? На ап. На ап нету. Я думал, я танком пойду и не покупал на ап. Блин, а вот говори, ты танчить будешь, плащ, на быстро, на да быстро. Забей хуй на эти фласки, блять, давай. Сейчас ты будешь танчить. Вместе, да, с паузером. Я спрашивал. Ставьте порт. Вдал. Я тебе еще накидку
Блин, у меня еще 5 минут откат. Быстро типа ТП тик. Так, и еще один момент. Когда мы убьем первого, практически быстро они выйдут вторые, это червяки. Их двое. Которые двигаются, того убьют милики. Тот, который плюется и торчит просто. Он под землей бегает. Бьет РТД. Хотя надо бы сосредоточиться сейчас. Мы тут в одного танка? Двух. На первого двух. А кто? Второго не вижу. Ну протопал. Все вижу. Там спекнется на втором боссе паузер. ВДД назад. Так, на червях еще говорю. Если на вас кинулся яд парализующий, вам нужно будет стакнуться, когда черви спрячутся, и танк, который танчит червя огненного, он подойдет и просто снизит вас яд. Топ, чего? Какую я, кислотную или чешую танчу? Огненную. Смотри. Или ядовитую? Какую? Активный будет только один. То есть там один танк нужен будет. На червях. Бля, ребята. Они две будут бить. Вы не шарите совсем, что ли, или что? Давайте я запустим. Думаю, мы сейчас дрочить будем долго сидеть. Запускайте, посмотрим, кто что понимает. Нет, сейчас, блядь, быстро расставим все на место. Сосредоточьтесь вокруг. На арене. Один хил слева, второй справа. Снобальды, которые на голове сидят будут, они будут кидать огненные лужи вот эти, с них надо моментально выпрыгивать. Босса в центре танчим. В центре? Босса не в центре, да. А у ворот держит всегда. Блин, нацеплил. В центре держали. Нет смысла. Это последнего вот этого... Места больше. Кто первый? А я возьму. 4, 3, 2, 1. 25 метров держать. Из огня выходить. Что-то он улетает. Так он так и должен. В моба, в моб. 200к у него. Мне 300к, если что. Кез забрал. Менять. Убейте этого мелкого. Все, вот. Опять на... Моб. Опять на танке. Ты это под хвост становись. У кого из меликов этот моб, под хвост становитесь. А то там дистант. ДК. Будь добр. В центре моб. Кого убить? Не босс. Три стака, но я могу подержать еще. У меня только спали стаки. На хиле. У тебя сколько? Там? Ноль. Забираем. Бери. С этого лут не выпадет, выпадет с третьего босса. Да, в конце сундучок. Я сейчас... да, я думаю, отойдите, это... пейте. Пейте. ДК левую забери, ДК левую. Паладин правую. Второй червь выползет из земли. Ну блин, так кричали же в ДД. Забирай, разворачивай рейда. Бить их нужно параллельно. Отверни, чтобы она ни в кого не вливала. Из луж отходить нужно. Геру дай.
Все в левую, в левую, в левую. Там уже под кислотным. Ой, под огненным. Ко второму танку там, по-моему, надо бежать. Плюет, гад. Что не сним... Ну хули, конечно, отходим, не снимай. Отходим от этого. Снимай вон с паузера. Разморозь паузера. Паузера, пауза, 3 секунды, 2, 1, пиздец. Ком дебаф нужно сходить. Пробуй вторую забрать. А, когда на огне нам нужно сходить. Че, боярить будем или хуй на него? Не, она блюет жопой, если че. А, все, я разморозился. Сейчас опять будет под землей хвост у кислотной. Че-то не понял. Где второй? Вон выпал огонь. Это, не бейте эту, блядь, отверни ее к стене. Их одновременно надо убить. Огня не убейте. Кислотную убейте все. Двести к у одного. О, подравнивайте хп. До 100 тысяч. Просто в этот попробую вместе. Все, уезжайте. Да. Отлично. Ну а кто будет ресить? Ресить сейчас. Кто? Кто? Я заберу. Хули, ресай. Вот да, занят. Так. Рису. Рассредоточьтесь. Захильте. Если в кого-то он выберет, то нужно будет отбежать. Там спринт повесится на вас. Синяя, по-моему, чтобы он в стену ебанулся. Да, когда он врежется, увеличен урон будет. Угу. Вот эту хуйню, чтобы... Прохилить, нужно хилы, чтобы с разных сторон стояли. Конно с разных сторон. Сейчас откинет. И спринт будет после этого. Надза смотрит. Отдзад. Отбежал. Убегайте. Просто в бок. Все, 15 секунд убить быстрее. А бафы дали ДК? С разных сторон встаньте и проводи. Проводи, он сейчас на весь рейд будет блевать. С разных сторон от босса надо здесь стоять. Вот повезло, блядь, что на меня. Как же я давно тут не был. Тэш опять. Аж глаз радует. Да. Так. Хулипал. Не сейчас. Хулипал. Далеко стоишь. Всем надо быть на правой стороне. После этого в центр подведите его. На правую сторону перебегите, паладин. Главное, чтобы хилы с одной не стояли, чтобы захиливали дыхание. Вот опять, видишь, как повезло, блядь, что на одного, блядь. Угу. Это не сейчас. Просто, блядь, пуги бы вайпались, вот рывок на меня. Это тонкий расчет. Кто первый пага, танки, можете идти сразу в центр. Он быстрее он подойдет. Пагру. Первый. Но он на мне. Попробуй фридом все. Дать по цели, в которую один раз. Вливать будет. Наверное, один раз откинет и все. Если успеет. Фридом дай ПДЗ. Дал. Не. Надо талант скачать будет. Это для Гера лучше. Вот я лечу, и он меня еще откинул. На кого бежит? Новик. Где он? Ну все, убили.
Ну, ну по идее, только на Новараке должны страдать. Так, ага. О, плечико. Сам пишет. Ой, плечико родное, сюда. А, на Ретикасе надо бить там или на Инх? Кого? Чего, плечико? Запа, запа. Я бы взял. Плечико Холи Паланская, это сюда. Ну и на Элема тоже. Ебать, я там что-то... А, наручи, блядь. Так, после зверей идут... Джаракс. Я в ДД? Там сложнее будет. Тут ничего, тут просто прохилить надо будет и всё. Короче, смотрите, там пиздить, блядь. Вулканы будут, порталы, их пиздим. В одного вулканы, рандера. Вулканы, только в Гере можно пиздить. А, значит, обычки нет их? Просто... Там должен быть вулкан, просто с него пару мобов выйдет и все. А в Гере он бесконечно мобов выпускает, поэтому его убивают. Смотрите, приоритет отдаем порталам, потому что там будет уходить. Да не пиздятся тут ни порталы, ни вулканы. Вы что, глухие что ли? Прием, говорю. Они пиздятся только в Гере, потому что выпускают бесконечно. Здесь они выпускают одного моба, одну бабу и два этих инфернала или три. Их просто босы и убивают. Можно спрошу, в одного танка идем или в два? Я потанчу. Хорошо. Давай в одного. На вальках можно. Паузера, спекайся. Тут две метки кидаются. Одна под вами огонь появляется, как на лане тени выносить, так же огонь выносить. Просто бежать, он будет несколько стаков ложить, 6 стаков лужи. И метка, которая абсорбит этот весь хил, там 1050 или 60. 60. И нужно... 60 тысяч на хила надо будет за 15 секунд отхилить, либо чел умрет, и ауе будет. Не только чел, и ауе, да, по всему рейду будет, весь рейд сдохнет. Поэтому хилам нужно видеть эту метку, на кого повешать. Запускаю, там еще будет минуту пиздеть. Тут главное, чтобы хилы на метку среагировали и вынесли метку огненную, и все. Ну и трэш залить, и все, изи босс. А, еще 10 стаков на боссе появляются, босс цепухой дает. 10 стаков могут диспелить маги, могут диспелить шаманы, могут престиж диспелить. Их тут 5, по-моему, маг просто забирает. Ну, да, пусть маг ДПСа будет больше. Можешь даже типа не бить и потом под брустами влиться, когда заберешь все 5 штук. У нас этот... 15 ярдов от друг друга держите, чтоб цепуху не получать. На всякий случай над ЗА дайте СС, БР быстрее откатится. 15 ярдов держите от друг друга, пожалуйста. Ну, приблизительно. А кого истерию дать? Ретрика. Ретрика крылья. А, ну тогда Норик. Тут вариантов немного, да? 15 ярдов держите от друг друга. Ну как ты не делаешь 15 ярдов? Раньше 15. Да он там еле коцает на самом деле. Че, посмотрим. Ну неприятно. Ну да, хилам, да. Пять, четыре, три, два, один. Кризал Док Ара. Портал, там выйдет дура, её убьём. Сотка. Кстати, да, могу станить. Ага, и забанят. Ну тогда бейте босс. Стаки. Нихуя. Просто из-за стаков бьет больно. Больнее просто. Мимик. Ее лучше надо было разбанить, ее надо типа заклеивать было. Так, отхильте меня, череп, метка. Глыбы скидывается, кстати. Скидывай сейчас дебаф. Вот инферналов точно надо убить. Одного инфернала банишь, остальных забиваем. Инфернала 100 с чем-то ка. Они ауе наносят.
Бейте, бейте их. Отхилить мне надо, чейп. Все. Блин, как то очень уверенно идем. Ну а что ты хочешь, первый раз? Даже в булавах надо освежить память. Сейчас на чемпионах будем смотреть, блядь. Там попроще. Там веселее. Банишь. А мы без Геры принципиально, да, бьем? Да. Может, мы же пробуем свои возможности. Сейчас эту надо будет убить, если она еще выйдет. Вот эту надо убить. Мы не надо ничего, уже босса бей. Уже похуй. А, она наносит урон вообще-то? Да, забей. Или похуй на нее? Босса. Забей. Стаки, стаки, всё. Забирай. Видишь, он шотать начинает. Он меня шотнул. Войду захил. Захил. Чейп. Допинайте без меня. Да. Взяли, бляха, меня уронили. Сам упал. Свою охоту навести. Просто. Требую так, его. Захил, захил, захил. Все. Писайте, ешьте. Хуета. Шаманы роги. Шаманы хантероги. Блин, только хантероги. Ну да, ГЦ. Или кого там. Ну и друиды. За, тебе надо это параж? Да, я бы не отказал. Сюда, 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 парни. Сюда. Спасибо. Так, сейчас валькиры будут. Сейчас чемпионы будут вроде, не? На левую сторону. Это красным щитам отходите. Сейчас тебе передам. А, ну да, чемпион. Вот эти, да. Если будет приз, первого приста, сливаем потом меликов. Ну да. А, танки, танки в ДД спекайте здесь. У них приоритет по броне. То есть у людей, у которых меньше ХП и брони. Если у вас мало ХП, просто убегайте. На сервисе же ханты больно бьют, их пик сливает. Если что. Не знаю, посмотрим сейчас. Блин, у нас я бы сейчас хан прям бы, знаешь, горел от счастья. Прист, тебя, наверное, фокусить будет вместе со мной. Нажимай, за. Танки, танк в ДД, спекайся. Тут это как ПВП, здесь танков игнорят просто. Не сказать, что игнорят, танки нужны. Как, нужно, танки здесь держат вара и ДК, если они есть, по углам, чтобы... Но ты, у мобов приоритет по количеству брони. Чем меньше брони, тем больше. Это, шанс только, за фокус. Это только у роги и у ханта, все. Так, а, можно слово сказать свое? Эй, у нас 2 ДК. Обычно мы как делали? Танк вначале пулил всех, и 2 ДК по очереди вытягивали вот сюда. Одного. И тут под Герой одного заливали. Потом какие-то агрились, прибегали сюда, их заливали. Все правильно говоришь. Одного вот вара держали всегда где-нибудь вдалеке от рейда. Он просто нет у него агро на рейд. И все, его один держит, минус один. Ни у кого из них, из мобов нет ага. Ни, у них приоритет по меньшему брони и ХП количеству. Как в ПВП. Есть у них агро. Бабочки не тратится. Ну просто он его скидывает. Дело не в том. Короче, 2 ДК, вот эти Шокул и Крестик и Череп играю с ними. Таунт чередуете с Оковами и все. Есть еще Вилана, это Холи Пал, самый мощный хил здесь. Тут через овцу, через сало, через жабу, через все, что есть, все контролики есть у вас. Нужно, чтобы оно не хилило. И первым здесь сливают... Кто там? Сова? Маг, лок у нас сова. Лока можно сириссу первым слить, потом мага, потом сову. И все, а потом халипала. Пала я за овцу. А, тут же Диминишн, кстати, работает. Дело в том, что нужно много людей контроль халюпала садить. Давайте чтобы... я овцу буду, потом ксен. Короче, как овца, это самое пройдет, я буду вихрь на халюпала кидать. Запомните ли я нажму. Там и еще такой прикол, что они будут кидать и бабл, и боб, возможно, если выйдет с контроля. Ну, у нас диспел. Хорошо, смотрите, давайте так, сделаем мимик по чейпу, будешь жабу кинешь, потом войд ты будешь кидать.
потом палы станы. Там не обязательно, там вон 2 ДК справятся с ними. Ну просто мы сейчас законтролим хилов и убьем дамагеров. Если это возможно будет. Так ты скажи, чтобы все не ломанулись все к ним. Тогда будем. Если мы будем контролить, тогда первым сливаем крест. Крест потом кого? Потом сову. Мне спекаться так. В ДД. Я же говорю, что первым тут Лока сливать, зачем тебе Вара сливать? Когда его спокойно на оковах ДК кайте. Окей. Лок Сириса. Потом мага сливают. Это все кастеры. Как вы будете против них играть? Всем сало дадите? Да. Кастеры самые опасные здесь, они будут шотать нас. Короче, пока ты овцу дашь с пула, я с пула на мага дам ветер. Пока мы будем крестик зергать. ДКшники, один Шокола берет, один Антора, между собой расследились. Я Вара возьму. Таунты и Акову чередуете просто. Лока запинаем. А Лока потом мага. Наверное. Сейчас, секунду, так. Если вы с этой стороны, я пойду на ту сторону. Бля, станьте с одной стороны, пожалуйста. Тут похуй с какой стороны, главное контролить, а не просто одну кнопку тыкать. Мне здесь ближе просто. Все, все готовы уже, вроде. Да. Давайте. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Окей, слышу. Теперь крест после чей. А чё Геру давать не? А звездочку сделайте что-нибудь с ней. Я даю вихрь, дал. После вихря что-то. Крест убьем. Потом Саву убьем. Еще вихрь и еще сейчас вихрь. И после этого дайте что-то фир. А фира есть там. У меня через минуту откатится расовая фигня на сбитие коста. С диспельси с мага что-нибудь? Ну, с коста. Диспельти обязательно, блять, шаман, рассеивание. На нем хилка висит, обновляется. А крест, звезда, сделайте что-нибудь с ней. Даю вихрь. Фул вихрь. Добиваем мага. Давайте звезду бить, нахуй этот маг. Хила убьем и все остальное. Так мак умер. Так, два хила у нас есть. Живые. Мак умер, я знаю, что он. Ну, да, давайте звезду. Диспельте ее. Потому что в контроле напряжно держать. Сова что-то бесполезная. Сова хуйня. Она самая безобидная. Там крест под хилом. Ханты неприятные. Я забыл, что это... Саву последнего убьем. Давайте этот квадрат. О, вихрь кому-то сова. Блин, мне вот кажется, если бы с нами пошел один хан, он бы тут уже наполовину оделся. А диспел? Я не могу усилить просто. Не знаю почему. Так, Вара побьем, давайте. Сова, это все там диспельцы, что она кидает. Битва сов. Что-то мы Вара с нами собрали, оба вихрь. Нету. Чё за фокус-то, блядь? Хотя вроде не на острове, а всё равно фокусит меня. Поздравляю, мы запинали третьего босса. О, жиро, ебать. Ну я ж говорю, вот так. И там Катриня, ГЦ. Ну, такая себе. Ну, там лучше на стамин, которая. Лучше, чем моя, поверь. За ОД. Так. Ну это на медведя больше.
Аура от огня здесь нужна, потому что белый свет это огонь, магия огня. Да, неправда. Ауру, да. Как бы мы все это отчёт. Кто сказал неправду? Я сказал, мимик сказал. Да с чего ты взял? Где ты логи видел? Это светлая магия, это, как и у тебя. Это написано, хорошо, что светлая, а по рекаунту пишет огонь. И это огонь дамажит. Напишет. Не знаю, пруфов не видел, пока пруфов нет, это огонь. Да забейте, какая разница, давайте это уже. Разница большая, аура должна быть от огня. Ну, аура стоит, и все, поехали. Здесь вот два танка. Да. Я какую беру, светлую, темную? Вообще ты пизды. Кого доверить? Без разницы. Давай паузер налево. И сейчас направо. Ксен налево, будет налево. Кстати, мимик направо, я направо. А, кто ты? Ноик налево, Пинанс направо. А мы не в одном кемпе бьем? Ну вот хороший вопрос. Там уже бить нужно с своим дебафом. Так ты его берешь. Берешь черную, бежишь сюда. Вот здесь черную берешь, бежишь сюда. Становишься. Давайте кто-то там, кто знает, как надо, быстренько сырельте эту хуйню. Потому что вот это лево-право мы хуй чего убьем. Там знаю, надо будет щит сносить. Ну блин, я вот знаю, что танки берут ауры там, чтобы их не пинало, а остальные берут только один цвет и по очереди их пинают. Короче, сначала все берут вот эту, как правило, берут черную. Здесь так запустить надо вначале. Подожди, давай я расскажу, потом запустим. А, ну они все равно не агрессы. Они не агрессы, надо взять. Все берут вот эту хуйню, идут в эту сторону. И бьют белую, блядь. Там повышенный урон по ним, дамаг. Все стоят в одном кемпе, хилы просто хилят, а ДД просто бьют белых. Потом будет смена цвета. Будет ТБМ пишет смена цвета. Танк сберет свет той, кого он танкует. Вот смотрите, когда вы берете темный дебаф, то вам нужно бить погибель света. Когда меняете на белый, то бьете погибель тьмы. Так если я танкую тьму, мне надо брать тьму, чтобы она поменяла. Тебе вообще не надо нихуя. Уверен? Только ДДшникам надо брать. Надо брать. Танк берешь этот. Сколько? Два танка? ДК берешь темную, танкуешь Фиола погибель света. Пал берешь белую, танкуешь Эйдис погибель типы. Так темная уменьшает урон на темный. А светлый увеличивает. Ой, блядь. Все правильно он говорит. Давай, бери уже, блядь. Короче, я пошел, блядь. Подходи, Палзер, иди сюда, Палзер. Палзер, иди сюда к нам. Ты берешь ее и, блядь, и ведешь туда. В рейд будут лететь. Он может и с нами здесь стоять, ничего страшного, потом переведет. В рейд будут лететь белые шарики. Палзер, ты их просто слови с собой своей тушей, чтобы нас они не пошотали. Короче, я пуляю. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Во имя короля Лича. Вы... Что там где? Темное ловите. А, здесь капулы нужны, блядь. Здесь же повышенный урон, если что. Да, если. Они не тают, не таунтятся, если что. И что с ДКшником? А чё за... Ну, я их просто тупо забрать не могу. Тебе не надо их забирать, тебе надо одну бить. Так я ее не могу забрать, ты не понимаешь, что ли? Я говорю, она не таунтится, все влились и все, и пиздец. Я забыл, что здесь находится. Вот эту хуйню надо сбить. Вот когда она вот эту вот хуйню взяла, все кто типа были под темной, должны сменить на белый и пробивать этот щит. Угу. Ну ложитесь чё. Поспешили, называется. Ну хоть посмотрели, блядь, на них. На что ты смотреть-то? Заново надо будет спускать. Рыба стоит. Шайки нужно своего цвета ловить. Шарики вроде только белые, да? И темные тоже.
Если значит, босс поймает, он больше его наносить будет. Значит, время просто дольше дадим, пока они подведут. Секунд 10 им дадим по агрону брать. Алзер, а ты вообще держал? Темную, да. Это же ты темную, блядь, держишь? Или, блядь, светлую? Ну, сейчас у нее светлая. Нечаянно. И смотри, нечаянно. Ты берешь черный цвет, подходишь к белому и танчишь ту, которая сейчас стоит возле черной. Погибель света ты танчишь. Палзер, ты берешь белый и танчишь оставшуюся. Чисто на своей одной цели, набирая гро. Если твоя сорвалась, ты ее таунтишь. И все. Хорошо. Темная моя тогда. Все, я готов. Темная — это левая, понял? Ну да. Все, окей, я погнал. Я приблизительно знаю, что тут делать. Давай, не обогрём, все, пока не бьем, пускай агро наберут. Подводите к нам сюда. Ничего, у них общее агро. Потом, пускай он набирает, потом с него заберем. Хотя в воде нет. Каждый свое. Да, я смотрю сейчас, нет, другое. Шайки увеличивают вам наносимый урон. На ваш наносимый урон. Вообще Гера здесь нужна, понятно. Да зачем? Сейчас способность на секунду. Готовимся. Белый все взяли и другую бьем. Просто другую бьем. Сейчас вихрь пройдет. Переведешь под черный портал, где локовский стоит. Переводите обоих, туда пошли все. Бьем дальше. Все, блин, на ДК. Они как-то умирают сагривать. Сейчас под белой мы, если что, бьем погибель тьмы. Разверни ее. Разверни ее, пожалуйста. Погибель тьмы все. И ловят уже белые шарики, а танки жопой черные ловите от рейда. Способность 5 секунд, спецспособность. Смотрим, что будет. Берем черную. Надо мало того, что ее бить, а потом еще и каз сбить, если сейчас что. Просто воронка, тут разные способности есть. Есть воронка, есть щит. Значит, сейчас переводи обратно, где мы начинали. Захиливаем сильно. Белые сейчас уже не ловим. Черные теперь ловим шарик. Погибель света бьем. Да, не умри. Погибель света, да. Спецспособность 3 секунды готовит. Эту же бьем. Эту же бьем. Бьем ее. И просто надо разбить щит. Все, сбили, сбили. Все, дальше бьем. Ой, шаров много белых. Блять, если видите в рейд, бегите с рейда лучше. Пока ЛХП у нас мало было. Мне сейчас будет больно прилетать. Способность 3 секунды, готовимся. Смотрим, что будет. Берем белый. И быстро сбиваем щит. Каст бит. Все, и добиваем. Тьму бьем. Погибли тьмы. Ловите белое, не черное. Так, такой вопрос еще. У всех одинаковое количество стаков? Этих шайков? Каких стаков? О, бис. Нет. Нет, конечно, разное. Блин. Бис оф хэнд. Кому-то нужен нож? Двуручный меч? На ханта, блядь. Нам похрен. Будем на ретейка, кстати, да, тоже. А, не, она чуть хуже. Там ну, УВС меньше. Тогда, получается, сюда становимся, да? По классике жанра. Так. Ну, что там у нас дальше? Нанобарак.
Да. Смотрите, один-два РДД должны сферы разбивать, и танк должен в лужу ставить на барак. А будет танковать кто? Я потанчу. Не обязательно на барака ставить, вообще не обязательно. Надо ставить моба. Ну типа он и Анубарака, они уползают через минуту 20. Чтобы не уползли, нужно под льдом держать. Да, все правильно. Анубарак один хуй зароется. Ему похуй. А вот мобы, когда зарываются, они фулл хп регенят. Угу. Моба просто под босса, босс на луже, чтобы моб под боссом рядом стоял. Хорошо. Отдыхайте, сейчас можете посмотреть, освежить память. У нас там ксен отойдет. Мы сколько, кстати, уже тут сидим? Где-то полчаса. Ну, плюс-минус. Ну, бодро закрываем всю эту красоту. Начали в 57, сейчас 30. Ну, мы там еще ждали немножко, пока человек найдет. Не, в 57 начался бой. Сейчас этот... Артас пойдет, сломает пол, провалимся. Так, мы в одного танка. Так, на 30% у него появится Анубарак АОЕ. Жуки. И чем меньше ХП, тем меньше наносит урон. Типа 10% от текущего здоровья. Ну это да. Самое профитное на уровне 50% держать. Плюс-минус. Главное танков держать, на ДД похуй. На самом деле. Танков больше бьет. Она жалко, нету ни ханта, блядь, ни роди, ни вара. Ну, блин, как классно хилом быть, вся моя тактика это хилить. Нет, блин, почувствовал, когда начал одевать ханта, чисто прикол. Мортал нужен, блядь, пиздец. Кстати, мне он нормально там с левитацией падать? Мне чисто ради интереса, у нас ДК сейчас не прожмут случайно это лед, что мы все... Не-не-не. Это в пугаредах обычно, пацаны. Стойте, там не пульси баса. У нас АФК же. Перев. А он, по-моему, не пулится, если что. Он не пулится, да, его надо ударить. Я просто у нас... Мало ли кто вот, еще. Натерпли в гильдии. Ребята вот, что-то, знаешь, чтобы поднебать орелы, любили эту хуйню надеть. Знаешь, сколько я ГП налутал, блядь, за эту хуйню? ГП? Какое ГП? Не по это еще слабо отделался, блядь. Пиздюлей за такое надо давать, блядь. Ну, там как было, блядь. Пацан говорит... Что такое ГП. Да не надо ебить. И они потом просто мешают. Может, когда Т5 будет, на них обычно стаки набиваются Т5-х. Сетов. Это... Чё мы когда-нибудь на неделе на следующей сходим за ачивой на Острокрыло? А зачем тебе это? Маунт, что ли? Ба, маунт 310. Ну, типа, если мы закроем сейчас все быстро и кару, тогда можно будет сходить еще в ульду десятку, кому что надо. Кстати, мне еще кошатницу надо запинать без убийства. Там я смотрел пару шмоток из ульды геройка. Будет повыше, чем с ИК кары. Ну, там буквально пару шмоток. Ну, остальные отсюда. Ну, понятно. Все же надо будет что-то пострадать, потом посмотреть, подумать. Если у кого-то еще персы есть, можно будет еще собрать. Ну, у меня хант есть. Но... Вы пишите в ДС, какие у вас пеки там есть, чтобы я сейчас все не запоминал. Как я не... Ну, запишем, остальных-то что есть. Надо будет собраться, дописать. Внизу там, в этом... В том же документе можно внизу написать, кто у кого еще есть. Всем привет, этот, Набикан, подскажи, пожалуйста, что я на оба рейда в пролете или только на... Да, на этом когда не получится. Ну, можешь трансляцию посмотреть, чтобы понять, что происходит. Да, ИК я, в принципе, и так знаю, вот Кару я вообще в душе не знаю, что там делать. Мы сейчас ИК штурмуем. А почти все боссы манекены забили. Ну да. Ну мы же вайпнулись. Ну блин, мы вайпнулись. Я про Кару говорю. Поебанул. А, ну посмотрим. Я на БК когда играл, обычно БК, не сервисом, я уже столько ее находился, что в закрытую можно ходить. В
закрытыми глазами. Куда, куда, в кару? Да. Ага. Блин. Вот. Ик это просто вершина памяти. Ик это очень простой инструмент. Вот я, ВВК? Же, я жду 25-й, да, вот и ВК, вот за плащами сходить, вот это блядь, милое дело. Там жесткие, жесткие инстаграм. Так и ВК это же 20, по-моему, только 25-ки. 25-ка. И ВК и 10 есть, и 25. Угу. Просто и В это буква великого крестоносца, идея великого это Гера. Мне интересно, кто тут вообще крестоносец? Поднимите ногу. Блять, всех крестоносцев сделал, все эти на 10 персов делал, и вот этих коней, когда без вайпа, без смертей проходишь на 50 попыток и ВК 25. А крестоносец это звание там за... Ачива чисто, да? Ну, звание. Ну, делал один раз. Да. Ты, вот а это же вроде турнир надо делать, нет? Да, турнир, да. Квесты, делики. Так, такой вопрос, кто здесь был? Вот здесь в одного танка нормально будет? Ну, я не знаю, да. Сколько он бьет, вообще нормально должно быть. Там же мобы еще будет появляться, вот у них и вопрос. Мобы просто одного моба зафаглить, одного заливается. Второй, тут первого залили, второй гритует. Тут нету два моба, чего ты взял? Тут ты один моб. 25-ки. Я не помню, блин. В ИК 25-ки 2, в ВВК 4, в ИВК 10 2, в ИК 10-ки 1. Ну так тогда... Не, оно сам бьет жестко. И плюс дебаф будет вешать, который надо отхиливать. Давайте попробуем в одного, а там, если что. Время экспериментов. Все здесь. Войд. Два в одного. Кстати, да, рыба. У меня есть. Вот рыба. Я хочу в каре мишкой потанчить, трэш. Тут ДКшникам сложно огро на пачках набирать. Тем более с запасом. Размахом. С 2Т4, блядь. Так нету еще Т4. Кстати, этих первонахов нет же в обычке? Нету. Окей. А шо? Были бы первонахи? А просто интересно. Да не, уже вижу, кто-то даже он... Готовы, нет, добавляю. А, смотрите, под морда не стойте, под босса, потому что он кливает перед собой. Кто сферы будет сбивать? А тот, кто быстро кастит мимик, давай ты будешь. ДДшник, по идее. Ну там их немного будет, 2-3 штуки. Или около того. Ну вообще шипы прикольные, насколько я помню. Просто кстати, по-моему, еще ханты неплохо с этим воевали. Вообще-то Анубарак не кливает. Но конусом бьет перед собой написано. Вообще да. Не бьет. Фронтальная конусная ОЕ. Это где? Написано. Это его обилка, бля, которая кастуется, бля, 2 секунды. Ну хочешь, подойди, проверишь. Не стоит, бля, стойте сзади. Замораживающий выпад, что ли? А, нет, это просто замораживающий. Нет. Припод всякое выпьем. Так, три сферы. Нет, не ты. По 6к. Ну тогда да. Фигня вообще. Че, ставь его на лед. Сейчас жук, жук вон. Ну, жук вылезет. Чем? Жука забыл. Вообще подни. Бейте босса, я буду там бомбу кидать на этот сферу, да и все. Все, проебали жука. Раз, два, три, прием. Заебись, играется. Жука нужно на лед ставить. На лед быстрее попадает. Нужно ставить, его надо бить. Если он уползет вниз, то он хилится. Сейчас он вылезет с фулл хп. Че, бьет танка там нормально или как? Он у нас нет. Жук! Жука бейте. Это там неприятный. Кстати, он останется. Второй, если что, ползет. Второй ползет. Налет его быстрее. Кастовать сейчас погружение начнет. Налет его перебить. Так он на льду. Маленького, не босса. Блять, маленький на льду, алё, блять. Хватит, блять, говорить, кроме Релла. Почему, блять, вообще? Кто-то когда он кастует, значит, он не на льду стоит. Так, сейчас отбегайте, если что, увидите. Те, кто стоит на льду, они... Не получит урон.
Просто бегайте по льду. Кстати. Один раз лед спасет. Второй раз не спасет. То, что она сломается. А за мной? Надо как можно дольше время потянуть. Ага, между льдышками зашел. Найс. Резать тебя? Типа я замедлялся. Так, два БР у нас. Зареснул. Спасибо. Так, ставьте. Кура появится. В лед ставьте. Вот жук. Жука. Жука на льде. Жук на льде. Ты можешь мультидотать. Разбейте сверху, пожалуйста. Да, у них там 6к. Я бомбу кидаю, да и все нормально. Просто туннель все. А, Белл дайте? На 30. Нет. На последний. На 30. Жук вышел? Да. Я встану, секунду. Он станется, не? Это же нежить. Павловскими станами там. Так я и станет. Ну, я имею в виду стан нежити. Ну. Если изгнание юзнуть, он бродить может. Но... Тут есть стан еще есть. Гнев небес. Сфера появилась. ЧВК, когда готовится, вся проблема в том, что там сверки не резаются в таком количестве. Пейст, и мне нужна каска и стамина. Сейчас умрёшь, Пика. Хорош. Беги, малышка, беги! А это, наверное, ДК? Блин, плохо. Ты что, не мог на лужу забежать или что? Вставай быстрее. Беги, осторожно. Малышка, беги. Ой, вставай. Да, он вылетел, наверное. Он же бегал. Босс вышел. Это... Ну-ка, пойду-ка я лучше оттуда. Жук вышел. Желательно, чтобы они либо стакались, либо в разных местах. Морок все же вылет. Ну, тут ничего не поделаешь. Жук вышел. Берса, если что, 3 минуты у него. Да, хуёво у нас ДПС. Из-за того, что норик сдох. Беги, малышка, беги! Так. У нас ещё нету этого. Не было берса ещё. Не похлопайте все лужи только. Вы хоть, блядь, выбегаете куда-то. Беги, малышка, беги! Пиздец. За тобой, за дулем. Бежит.
Олег. Есть ПР, да? Нету. Нет. Я просто выключил. А кто бьет жуков этих? Не бейте их. Походу придется вайпаться. Здесь стать у меня. Пауза есть. Пауза. Не хватит добавить, мне кажется. 40%. Там 2 минуты осталось. Баф, тут киньте мне, киньте. Жук вышел. Закопался. Я хуй знаю, как здесь лужи, блядь, работают. Он прям. Ну, в лужу его надо ставить, прям в центр. Но он прям на ней. Если я в лужу становлюсь. И фронталки нет никакой обложки. Жук вышел. Доведите босса, потом жука добьет. Блять, два жука. Сразу. Сейчас саранча появится. Смотри, два жука просто. На 50% примерно держи. Окей, вайп. Так, раз это нежить, возможно, можно станет пейстовским станом. Там скову не. Ну что возможно, а точно можно. Да, и так и делали. Просто пошли не нахуй. Значит, так и будем делать. Нурика надо вернуть. Сделан. Чтоб не закапывались, ставь. Нету фронталки здесь у босса, если что. Так, для справки вам говорю. Фронталка, ну я она, наверняка вот... не знал, это же Сирус. Наверняка говорю, Сирус, Хуирус на всех серверах мира. Это вас жёл не Руби, где там этот Ануб последний? Вот там у него фронталка. Удар, который. Удар. Нет, а там он просто замахивается, бьет перед собой. Ну а тут он нихуя не замахивается. Он бьет просто автоатакой клешнями своими и дает 3-секундный стан на танк. Как дипфриз маговский. Десятки и две метки дают по людям ледяные, которые льдом бьют. Что там, ДС даже нет. Я так понимаю, он, скорее всего, свет вырубился. Так бы с телефона, может, и зашел бы. У него все время телефон. Дискорд. Там этот Элем в диск что-то писал. Рейслин, так он здесь. Ну так, может он зайдет? Я думаю, ему не очень будет на последнем боссе. То есть это новый лист. Могу только DKM зайти. Вот у нас последний босс остался, я не знаю, тебе интересно это или нет. Ну, на ДК мне в принципе похер, этот винт. Тут пушки не прям бис. Похуже, чем в Ульде 10. Не, я ж тебе говорю, это твинк, он какой там, 214 у меня, АДК. Чё, ждём или чё делать? 5 минут, если его нет, тогда зайдёшь. Можете пока передохнуть. Мне? Да, если тебе. То есть ключевая хуйня тут просто это убивать моба. Можно, знаешь, даже сделать как? Просто его контролить, пейст. Да, ну смысл как бы контролить, они накопятся и вайпнут. Ну, типа на третий перед. На третий он не выходит на третий. Это он в Гере выходил. Ну, сейчас было. Сейчас он вышел перед переводом. Не убили, просто он перед переводом вышел. Я говорил, если будет такой момент, просто можно законтролить его, чтобы не бить лишний раз.
Все равно какой-нибудь мор его заденет и все, и пиздец. Он кастует, по-моему, этот блинк за спину он кастует. Там можно перевести просто босса, да и все. Контроль он. Сковывание, не, может и не перейдет. Вообще, не в идеале просто его добить и перевести. Там у каждого уже жука 400к. У босса 12.6. Берса сколько там? Блять, забагался этот путеводитель опять. Не знаю, сколько у него там берса. 10 минут вроде стандартно. Короче, жука зергать надо, это стопудово. И каст ему давать в каст погружения. Вот этот стан, который... Продолжается, да? Ну погружен, блять, ну вы откройте ебучий этот залуп, путеводитель ебаный, вот. Написано погружение. То, что оно на мерзлоте не должно применяться, это стопудово. Просто ты в центр самой лужи ставь, он не должен закапываться. Слушай, на мне даже висит дебаф от лужи, на мобе тоже, и он закапывается. Ну значит, если он закапывается, значит этот стан надо сбивать. Да эту хуйню, этот каст. Сейчас я посмотрю, что в Гере там. А в Гере, а в Гере у него добавляется вот такая хуйня. Какая? Дебаф, короче. Это ваншот называется. Это тоже кастуется, там секунды 3 или 2. И его надо сбивать. Помимо еще того, что погружение, когда два жука вместе они усиливаются, еще они стакают урон, который физический урон 25% за стак увеличивает, стакается до 9 стаков, блять. То есть вообще опасная хуйня. Значит, в обычке у него нет вот этого теневого удара, ваншота. Но погружение есть. Значит, погружение, если на мерзлоте применяется, значит это баг. Значит, надо давать стан погружения. Вот и все. Самый лучший стан это он там. Либо... Гнев небес, либо этот стан точечный чередуешь и все. Либо притяжкой. Либо притяжкой сбиваешь и все, и добиваешь спокойно. А погружение он кастит? Или погружение, после таймера? Погружение кастит. А, ну окей. Вы смотрите, моба, выбирайте. Вы когда его бьете, вы видите, что он кастует. Ну типа, ребята. Я вот его выбирал в цель, чтобы бить, и вижу полосочка под ним такая. Там написано погружение, ну все же видно. Да не, я просто немного это... Сложно за всем следить. Ну да. Так. И чё, и кто там, ни у кого нету аддонов, где вот урон, когда получаешь от огня, там огненные, оранжевые такие цифры. На вальках свет это урон от огня был. Все видели? Нет, да, просто... свет урон от огня, темное, разумеется, yeah. Это. Интересно, какой аддон у мимика стоит, что он говорит, это светлый урон? Блять, ты меня слышишь или нет? Слышу. Ну, похоже. Я перепутал. Ну не перепутал, написано свет, даже на Лувике, но ну, бьет огня. Ну, такая фишка-то в том, оно написано свет, это мы все знаем. Просто фактически урон от огня. Оно даже на офе так было. Потому что вот, скажем, сколько у нас? 5 школ резиста есть. Темная, тайная, там, ну и прочие. А вот от светлой типа нет резиста. Ни ауры паладинской, ни бафа какого-то нет. Поэтому бессмысленно просто в энкаунтер вводить светлый урон. Вообще бессмысленно. Надеюсь, получается, это аркан. Нет? Нет, это не аркан. Я так подозреваю, Норик уже не вернется. А сколько там на таймере ДБМа? Ну, я не вижу, переспускал. А хуй знает. Сколько оставалось? Да, сколько сейчас? Минуту оставалось где-то. Бери другого, конечно, хули, блядь. А рейслинг, заходи. Да. Ты слышишь меня, не? На этого, на ДК. Да, я тебя слышу, сейчас захожу.
Я просто забыл, что я на кнопку поставил. Какой ник? Отойдите от танков, пожалуйста. От танков он к танку. Чисто весь альянс на орду перешел, горожана закрывать. Где вот шаман стоит туда? Отойдите все. Че, на чемпионах? Каких чемпионах? Мы уже в Каражане. Их убили? Конечно. Красавчики. Почти всех с первого закрыли. А вы там че? Да мы, блядь, выки на Нубе стоим. Нас, да, блядь, полипал, не мог сначала зайти, потом ДК вылетел, блядь. Без зад игра. Один ДК пост сдал, второй ДК пост принял. Ну а как? Вот этот, блядь, звездопад вообще нахуй не нужен. Вот он сейчас бы Ануба согрел, как бы. Нет, я вообще его случайно нажал, я далеко от Ануба стою. Это его можно, кстати, на примерно на пуле взять, чтобы сферы сами попадали, ну, там, конечно, 6 камней. Ну, конечно, в ротации. Так, сейчас я его поставлю. Так я тебе тактика простая. На второй фазе, когда оно ныряет, на ледышке стой, и все. Там замедление накидает. Рыба стоит, ешьте. Я, кстати, станил жука с гневом небес, если что. Если видишь и к тебе ближе жук, который вылезет, 400к у него будет, грипнешь. Главное, ставьте его в ледышку. Каску. Каску киньте. У меня вопрос к этому ДК, блядь. Нахуй, ну, я на БГ, блядь, пытался убить. Еще раз. Я говорю, я тебя помню по БГ. Нахуй ты меня пытался убить, прям гнался за мной, так пиздец. Еще мы там гулять будем, чи нет? Каску посмеяться. Кидайте. Хочешь посмеяться? Ты перепутал. Я детей ни разу не регал БГ. Ну, возможно. Значит, перепутал. Ну, там такой же почти ник был. Каску. Топ из вас кидает каску. Я. Нет каски. Даю. Палзер, давай я на тебя истерию с пула кину, а потом ты крылья ебанешь. Хорошо. Готовность. Ты босса не бойся водить вообще, не обязательно его спиной держать. Увидел лужу, сразу побежал. И чтоб тебе жуков ближе было ловить. То есть не обязательно его в этом круге держать. Давайте меня посрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Сферки сразу подбить. Желательно над боссом. Жук выше. Сейчас встанем. Жука внутрь. Бля, что вы делаете, бля? Дайте жука. Так он в плане был, на льду. Можно было запинать. Вон, клей вроде был, не? Он не кливает. Анимация была какая-то такая. Анимация. Это просто была. Анимация. Окей. Okay. Мило анимация так. Вижу. Сейчас. Так, давайте бьем босса потом. Бля, не трогайте нахуй жука. Ну что вы делаете, блядь? Нахуй вы его там станете? Он же не на луже. Сбейте. Че, он не закопался без сбила? Нет, не сбили. Ну, значит, он... Я гневом не бил. Все, в ледышке стоит. В разных ледышках стоим. Если сломается ледышка, тогда он будет. Ух ты ж, ёпта. Давайте как можно дальше стоять от места, там, где он остановился. И на пути желательно не стойте. 21, посмотри, бьет.
Я просто раз проверю под конец. То есть, видите, он в одну сторону идет, видео идет сразу в противоположную. Ну, это для ИВК пригодится, здесь, как бы, блядь, можете вала ебать. Вот, типа, видишь, ты далеко находишься, тебе нужно прокаять. А, дебаф вот этот, хотя он потом фокуса. Ускорится. Кошак налет, забеги, кошак. Босс вышел. Скорбей добейте, они стакают хуйню. Жук вышел. Не трогайте его, не трогайте нахуй вообще. Что вы трогаете? Появится. Сфера появилась. Жука очень быстро надо убить, потому что он дебаф стакает. Ну, про кого они там какие-то? Выявление слабости. На танк накидывает очень больно. Так, убегать это? Надо, чтобы четвертого не было взрывания. Точнее, третьего, блядь. А, вот этот фокус, он без таймера? В смысле? Ну, какое-то время висит, либо постоянно? Постоянно, пока не врежется в лед. Окей, я думал, можно откатить. Ну вот откатить. Чем дольше ты держишь его, чем дольше в лед не врезается, он, допустим, на бопе или на глыбе. И потом блинкаешься. О, блядь, как так? На пути стоял. Вставайка есть? Нет. ДВБ. Давай, за. Я осторожно, дам. Осторожно. Он, кстати, ускоряется, если ты катишь его, он ускоряет. Ну да, если долго катишь, он ускоряет. Осторожно. Сейчас вылезет. Сверху надо бы... Моб вышел. Погружение. Когда у него 70 тысяч, можете переключаться до этого. Это, короче, сейчас просто бьем босс. И надо перевести, даже если жук выйдет, уже потом жука... Ну, чтобы не было... Можно ковы дать этому мужику и перевести. Короче, нет, жук пускай сюда подходит. Главное перевести. 30 секунд у нас. Жука не бьем. Бьем босса. Там справа бежит. Справа. Законтролишь? Все, отлично. Так, на 50% плюс-минус держать. Легче хилить будет, меньше урона наносит. Главное, танк держите. ЖК, там не забудьте переконтролить. 10 секунд, все. Чем больше здоровья у нас, тем больше мы теряем. Там от процента здоровья 10%. Не так. Чем больше мы хилим, тем больше он схилится сам. Да. Да лол, блядь. Оба нубы, блядь. Чем больше ПВР, тем больше хилится. Минимум хилится 250 с каждого.
Тут на самом деле хилов инфаркт может произойти. Это да. Мы видим то, что падают, а хилить нельзя. Больно. Метку можно. Так, топите. Почти. Еще чуть-чуть осталось. ГЦ. ГЦ. О, пет. Маунт еще. Да, маунт. Маунт классно. Там жук, как в этом. Блин, как Иван Кираж. Кстати, сегодня хотя бы что-то выпало хорошее на латник. Так, палка на хила. И палка на ДК. Хуйня полная выпала. Ну так. Не сильно прям. На ДЦ вроде палка. Че, пошли в кару по-быстренькому. Так, есть.